В Голицынском центре социальной поддержки населения каждый раз продумывают новые формы проведения праздника. В зависимости от очередного повода. Модное дефиле, масштабные концерты, фестивали и конкурсы. Игра КВН в этом списке считается самой веселой и любимой. Хочется пожелать, чтобы все у нас граждане старше 55 лет вот, брали с нас пример. Ну не с нас, а с наших граждан пример. Не вешали нос, всегда были красивые. Поучаствовать в юмористическом конкурсе решили 5 команд. Колокольчики Звенигорода, Звездный Краснознаменск, рожденный в СССР из поселка Власиха, Соцветие из города Одинцово и сборная команда из Голицына, из старого городка под названием «Позитивчик». Они показали необычные инсценировки на бытовые темы. Приветствие этой команды члены жюри посчитали лучшим. Особенности многолетней супружеской жизни артисты показали во всех красках. Ой, кто вы? Грабители. Ой, что вам нужно? Золото. А много? 100 килограмм. А 105 не хотите? Ну, давай 105. Марина, золото, вставай, за тобой пришли. Как и полагается в традиционном КВН, каждый номер сопровождался стилизованной музыкой. Порой даже на злобу дня. В канун Международного женского дня темами для игры в КВН стали, конечно же, весна, любовь, песни, цветы и подарки. Впрочем, все то, что является залогом хорошего настроения у прекрасной половины человечества. Наш девиз – дружба и успех, радоваться жизни, радовать всех. В основном все команды были женскими, но команду «Соцветия» возглавлял мужчина. Дамы в образах цветов представили своего обаятельного капитана – Пиона. Красавец, Аполлон, умён, а как на баяне заиграет он. После приветствия, разминки и конкурса караоке жюри присвоило каждой команде звание «Лучший». А победили, как известно, дружба, радость, смех и улыбки. Екатерина Страсветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».